Мужчину, который устроил стрельбу в Нижневартовске, объявили в федеральный розыск. Напомню, в эти выходные бытовой конфликт закончился стрельбой из автомата. По словам очевидцев, фартовчанина вывели из себя молодые люди, которые громко слушали музыку. Полиция быстро установила личность стрелявшего мужчины. Им оказался Эльмар Хидиров. Сейчас он скрывается от следствия, поэтому его объявили в федеральный розыск. Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».